Буэнос, диас, перцы. Ядерный рассвет вновь озаряет ваши экраны. А это значит, что мы продолжаем херачиться, Мост Вантед. Усаживайтесь поудобнее, берите свои ништячки и делайте громче. Будет жарко. Поехали. Итак. Эта серия начинается ровно в том месте, где закончилась предыдущая. Сегодня я планирую посвятить гоночкам с Муслита. Ну, вы поняли, в общем, так. Давайте посмотрим, что там по пари на ментах. Так. Порча ментовских машин. Рейтинга 5000. И оторваться от погони меньше, чем за 4 минуты. Давайте сначала вот это сделаем по-быстрому, скажем так. Диспетчер, ТСГ 20. Диспетчер, я свободен. Надо как счет можно быстро быстрее съебстись. Нарушитель на зеленом Митсубиси. Идет с заметным превышением. Да ладно, блять! Он не останавливается. Код 3. Делать мне больше нехуй, кроме как останавливаться. Ты что, совсем ебать? Высылайте подкрепление. Этого типа нужно задержать, пока он никого не убил. Упс! 204, Дельта 20. Есть свободная машина, направляю к вам. Так, у меня нас яблоки. Без машины, я не могу ехать. Наш преследуемый куда-то девался, мы собираемся прочесать местность. До связи. Так, кажется, была вспышка. Перед тем, как скрыться, нарушитель следовал на восток. Крутота. Это я? Здорово, копай. Так. 4 машины. 5000 рейта. В принципе, более чем осуществимо. Но для начала давайте сделаем тикет. Потому что это дополнительные 5 тонн. Да вы заебали мне название, ребятки. Так. Смотрите. 22 тысячи мы получаем с пари. А нам осталось 26 по грубым подсчетам. То есть нам надо набить 4 тысячи и выполнить пари. Все просто. Тогда поехали. Хули думать. Здарова, копать. Надеюсь, вы не такие тупые, как в четвертой серии. Как? Потому что я в рот ебал каждый раз перезаряжать. Скорость выше допустимой и растет. Ага. Я ехал 45 км в час, когда все тюкнули, долбоёб. Диспетчер, все резервы ебушек, на допустим. Ебушек, принято. Честно, с этими ебаклаками даже особо разгоняться неохота. Ну и куда-то отстал, ебачинка. Счастливая. Бум. 10.42, с лесоводом. Ему как-то допизды, не поверишь. Блять, не получается. Результат 10.10, продолжаем. Как тебе такое, Илон Маск? Ты, вообще-то я тебя специально в лицевоз въебал, или как там тебе? Хуй их разберешь, этих американцев, они все грузовики одинаковые. Вера 22. Прошу доложить обстановку. Жук. Это Зулу 5-1. Доложите обстановку. Вера 10. Все на месте. Блять, мимо. Остановите машину. Да делать мне нехуй.
Это у меня такое ощущение, что они сейчас сами друг другу попиздят. Диспетчер, здесь срочно надо ликвидировать затор на дороге. Наш объект натворил дел. Похуя. Один готов. Высылайте подкрепление, срочно! Экипаж выведен из строя. Да, мне похуй. Вот верите мне? О, еще два пидора. Так, одно пари есть. Я пометил 4 ментовских ведра. Хуяк. Чё там? Сколько у вас осталось, пидорасов? В любом случае, как минимум одного я могу вынести. Блять, это какой-то уже китайский эвакуатор. Подвинься нахуй, мне проехать надо. Рейта 2200. С другой стороны, нам достаточно просто закрыть пари, потому что мы по-любому наберем 5000. Ёбаный насрал. Чё там со статусом? Будет нам статус погони 2 присваивать или нет? Ага. У вас вообще-то минус один уже, пацаны. Есть пролететь без касания. Так, твое ведро дышит на ладно, поэтому тебя крайне желательно не трогать вообще. Как по мне, едь-то там где-нибудь впереди. Не, можно, в принципе, на автовокзал свернуть. Выходи из машины, не заведуй заводить. Осторожнее, смотрите, он тормозит. Блять. Нарушитель скрылся. Следуй в прежнем направлении. Последний раз объект ехал на север по 99-му. Так, не хочу сбивать парень. Прям по курсу мусор. Высылаю дополнительные экипажи. А, здорово. Ворон, все туда. Объект найден, следуем за ним. Какие копы, вы о чем? Я еду 80 км в час. Ну так, подгазовываю иногда, конечно, до 90. О чем речь, мужики? И нахуй я, кстати, съехал с трассы. Нам туда. То есть будет у меня третий статус набиваться? Здесь, что-то разогнался. Вот все. Мотор заглох. Прекращаю погоню. Повторяю, прекращаю погоню. Есть контакт. Блять, 50 рейтинга не хватило, вот сука. Диспетчер, вас понял. Это два дельта. Вон, кажется, мусор. Со мной четверо. Выставили заграждение к северу. Блять. Нашли машину с похожими приметами. Сейчас проверю номера, ждите. Ёбаная птичка, где? Сука, вот это фиаско. Ебаться в телевизор.
Ну вот, как раз вот. Ладно, повторим. По крайней мере, сейчас 5000 набрать будет зело быстрее. Сейчас у нас как раз, по-моему, стопы. Нарушитель на зеленом Митсубиси. Скорость выше. Столкновение с экипажем. Объект уходит. 10.87. 3000 в минуту, вообще как не худело. Одного круга будет достаточно. Внимание, приметы объекта совпадают с описанием из округа 3. Подробности на экранах. Будьте осторожны. Превышение скорости. Блять, я 260 ехал. Всем внимание! Формируем коробочку и нагоняем его. Как только он притормозит, взять его. Удачи, орки. Наоборот, успеваю. Не вышло, он прорвался. Делать мне больше нехуй, кроме как на вас смотреть. 10.33, высылайте все резервы. Код 3, срочно. Принято, Чарли 28. Есть свободная машина, направляю к вам. Скорую, немедленно, крупное ДТП, требуется помощь. Ну, теперь можно съябывать. Чарли 21. Доложите текущую ситуацию. Как уже надоел этот объект, сил нет. Попробуйте предупредить другие машины. Может его перейти. Я от бабушки ушел, я от бабушки ушел. Эй, где он? Вижу нарушителя. Код 3. Надо гнать его поскорее. Попробую прижать его. Сука, не отстает. Экипаж выведен из строя. Есть пострадавшие. Объект обнаружен, код 3. Справа 4-2. Подкрепление прибыло. О! Мой любимый комбо-брейкер. Остались без габаритов. Ты иди ты нахуй. Все свободные машины ко мне. Даю общий код 3. Или мы его упустим. Собирается ехать прямо по стадиону. Сука, мусорка. Сука. Че, сука, дерби? Жалко зрителям. Да, действительно, срать я хотел на ваши требования. Принято. Стартую на помощь. Так, этот готов. Я потерял его. Начинаю поиск. 10.25. 10.25. У меня авария. Код 6 скрылся. Срочно организуйте поиски. Внимание! Поступило сообщение, что объект ехал на восток по бульвару Стейдиа. Принято решение отцепить район. Уточните координаты. Так. Что у нас там? Еще 4 гоночки. Так. Я еще успеваем. Я просто не хочу сильно растягивать серию. Мы потратили где-то минут 15. 4 гоночки, говорите. Давайте истреблятор заедем. Сейчас будет катсцена, походу. Да в рот я ебал, ты тоже учебник.
Проблема в том, что я хочу ответить. Так, 213. Норм. Не, Эклипс это чисто тащерская машинка. На ней можно спокойно ездить хотя бы до открытия RX-8. В идеале, конечно, можно и до Эрла дотянуть. Но я лично, наверное, все-таки организую суприч. Если не удастся выбить, то и хуй бы с ним. Блять, настолько быстрая сцена получилась, что я нихуя не увидел. Так, пара эклипсов, говорите. Блять. Тут очень плохой результат, и скорее всего придется перезаезжать. Не, 185. 220, нахуй. Как вам такое? Щенки. Двести шесть. Я еще и съебал что-то. Так, 2500 мало. Еще один истреблятель. Сильно азотик лучше не тратить, потому что он пригодится перед самой камерой. Это когда вот так. Не, ну тут без шансов, ребят. You picked up the wrong house, fool. Блин, не знаю, почему вспомнилось. Это же, блядь, весело. 92. Вот этот пидор на запаршице шел явно быстрее. Ну вот и хули вот там сзади при Армении есть животные. И сунутся они там.
Мне как-то похуй, я уже за 1000 хорошо так набил. Ух. Так, два истреблятеля пройдены. Можно, в принципе, пройти две гонки на время. О! Пидор вылез. Так, спринтец. Вылет. Вылет. Секундомер. Давайте вот это, по крайней мере, точно заедем. Ну что, а эту трассу-то я Бля, на Кабальтусе я бы так не проехал. На Гольфе тем более. То есть у меня где-то 40 секунд на проход вот этого вот всего непотребства. Минуту до следующего пункта. В принципе, более чем осуществимо, учитывая, что я ебашу почти 280. Ну, изи карточка, господа. На все. Так, и последняя гоночка. Что у нас на выбор? Спринтец с максимальной вероятностью копов. Вылет. Вылет. И секундомер, который я ехать не особо-то хочу. Потому что он по этой ебанутой трассе. Давайте, наверное, заедем вот этот вылет и в пизду все. Будем заканчивать серию. Во-первых, потому что хронометраж уже большой. Во-вторых, потому что я сейчас сдетонирую нахер. Три небольших кружочка. Ну я, блядь, больше чем уверен, что без приколов не обойдется. Потому что эти черти приписюнились аккурат за мной. Ну да. Вон, блядь, я уже четвертый. Мерим? В смысле, блядь? Дерево не таращилось. Меньше минуты на круг, охуенно. Наверняка чувак на фиате выпрыгнул.
Ну да, с Мерином мне, конечно, тягаться тяжело. У него тут движок 5-литровый, у меня всего 3. И у него, по-моему, то ли V10, то ли V12, а у меня всего-то, блядь, V6. Даже по сравнению с ним я еще пиздюк. Ну, блядь, я легкий. 54 секунды выехал. В общем, прикол, я легкий. Именно поэтому у меня энерговооруженность повыше будет. А как ни странно, самое главное в тачке не моща и не момент, а именно энерго и тяга вооруженность. Соответственно, энерговооруженность — это лошади на тонну, а тяга вооруженность — момент на тонну. По-моему, самое пиздатое, что я встречал, это 1 ньютон-метр на килограмм массы. То есть тонна момента на тонну веса. Жалко, что здесь нельзя, как в андеграунде втором, посмотреть мощность твоего ведра. Вот он, вот он. Тепленький, готовый к взятию. Ну, сами понимаете, через какое место. Мы это оставим на следующую серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. Ну а пока. Пока.